И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven, и мы продолжаем проходить такой шедевр игровой индустрии, как Final Fantasy VII. Предыдущая серия у нас была немножечко какой-то такой вялой, потому что мы много тупили, мы не знали, куда идти, что делать. А на самом деле надо было просто с человечком поговорить и выбрать другой вариант ответа. И вот, кстати, я не помню, я сохранялась в предыдущей серии здесь или нет, но мы сделаем это еще раз на всякий случай. На всякий случай. В общем, ладно, будем надеяться, что... По-моему, не сохранялось. Будем надеяться, что в этой серии все будет хорошо. Мы не будем так сильно уже застревать где-то. Кстати, там мы были. Все. Бежим. Нет, бежим наверх. 64-й этаж. Угу. Откройся. Ладно. Нам нужно, в общем-то, сейчас будет... Карта Мидгара, как я уже говорила. Но, по-моему, она порушенная, смотрите. Мидгар, рожденный из энергии Мако, выкачанный прямо из земли. Модель города. Ну, не карта, модель, да. Когда закончится строительство сектора 6, план Шинра будет завершен. Вот зачем он забрал Айрис. Но нам нужно найти кусочки этой модели, этой карты. И, в общем-то, этим мы и займемся сейчас. Так, что у нас тут? Закрыто. Закрыто. Насколько я знаю, насколько я помню, кусочки, в общем-то, вот именно в этих ящичках. И чтобы они открылись, части Мидгара, нужно бегать. Да, нужно бегать туда-сюда обратно. И, по-моему, здесь суть в том просто... вот и воткнуть, поставить. Вот. Суть в том, то, что кажется, что-то открылось. Да, и теперь у нас открылся какой-то другой сундук, и надо искать какой. И суть в том, то, что пока мы ищем, нас могут атаковать, кстати. Офигеть, я с первого раза. Ну вот, в общем-то, вот суть этой типа того загадки. Ну ладно. Кто тут? Опять эти хрень непонятные, вообще не знаю, что они дают. Я понимаю, если бы они вокруг врага обматывались бы как-нибудь, как-то смысл бы был в их существовании. И еще я не совсем понимаю, как они держатся на лету. Ну ладно. Какая-то хренотень, непонятно. А почему они, кстати, вот носом вот этим вот, что там, видите, там что-то прокручиваются иглы, почему они атакуют хвостом, а не вот этими штуками? Мне кажется, вот этими, как это назвать, пилами было бы как-то эффективнее. Кстати, да, и пока я не забыла... Что? А, у Клауда ярость. На Клауде ярость, это не очень хорошо. Ярость, она, по-моему, дает то, что персонаж сам будет атаковать. Мы не сможем ему давать команды. Надо, кстати, ему как-нибудь это убрать. У нас есть что-нибудь против ярости? Что-то. По-моему, нет. Транквилизатор, да, есть. Ура. Все, отдыхай. И надо материю молнии переставить Тифи, потому что я уже привыкла, что на ней у нас стоит... Молния. Нее, точнее. Так, а что мы отдадим Баруту? Что? Что мы отдадим Баруту? Огонь? Или у него есть? По-моему, у него есть, а вот льда нету. Становление. Я даже не знаю. Ну ладно, так, подожди. Огонь. Пускай у тебя будет лед. И восстановление мы уберем. Отдадим потом. Кому-нибудь. Чтоб просто жизньки... Ой, господи. Не укорачивались. Так, подождите, я второй кусок не воткнула. Ну, или воткнула, или нет. Нет, не воткнула. Давай. Все, побежали. Что-то открылось. Мне, правда, интересно, как это логически объясняется. Мне кажется, никак. Ну, ладно. Закрыто. Черт, а я почему-то думала, что сейчас это откроется. По-моему, она следующая будет. Ну ладно. Совсем близко мы уже. Мне, правда, интересно, зачем это мы сейчас делаем. Ну, скорее всего, мы получим просто потом ключ-карту после всего того, что мы сделаем. Ну, скорее всего, не очень логично, но, господи, кому интересно это. Здесь все шикарно в любом случае. Так. Боже мой, нельзя же так пугать. Кто теперь опять эти рыбы? Не знаю просто, как их еще назвать.
Что это вообще? На глистов на каких-то похоже. Я, конечно, глистов никогда не видела вживую, в смысле, но я не знаю, что это такое просто. Какая-то мак... А, нет, какой глистов? Макрица какая-то, знаете, такая прям вообще. Фу, блин. Не люблю этих всех насекомых, я их боюсь. А. Точнее, они мне настолько омерзительны, что я не могу с ними рядом находиться. Смотреть на них. И уж тем более дотрагиваться. В детстве нормально червяков таскала, как бы из луж дождевых. А потом мне, наверное, лет 14 стукнуло, и все. И я как-то уже не смогла. Вот попробовала, смотрю, такая. Я понимаю, что червяк мне ничего не сделает. Я его взяла и с визгом выкинула, потому что мне было настолько противно. Я не знаю. В детстве как-то эти вещи все спокойнее воспринимаются. Ага. Куди сюда. А в той, небось, ключ-карта прямо около лестницы, да? Ну да, скорее всего, кстати. Ну ладно, это было несложно. Так вот сюда. Ну, это что? Втыкайся уж. Давай. Ну. Что такое-то? Да ёкарная баба, почему не работает-то? Чё мы там подобрали? Я пока болтала. Может, я что-то просто проглядела? Мы подобрали там не часть Мидгара, а что-то другое? Или я просто... Не, подождите, я, может, просто не туда тыкаю? Вот там что тут вроде как тоже что-то... Да. Значит, в том коробчонке... В той, точнее, коробчонке всё-таки часть, наверное, ключик... Нам выпадет из модельки или не знаю еще из чего-нибудь. Так, стоп, 66-я ключ-карта. А зачем мы вот это мы все делали? А, как раз, чтобы она открылась, господи. Жаль, что здесь нет ничего. Но это, видимо, 7-й сектор как раз. Короче, ни черта я, оказывается, не помню. Но такие моменты, они действительно очень как-то забываются. Так, как ты там такой тусует? Ты кто? Это у меня или запах комнаты... Это и запах из комнаты совещаний воняет откуда-то? Уф. Понятно. Ой, я так устал носить все эти тапки. Но я должен встречаться с кучей народа. Я считаю, это преимущество секретаря. Папки. Тапки. Папки ж там было, да? А это что-то как-то... Эй, когда вы в ванне... Слушайте, почему я так плохо читаю, господи? Я как будто бы вообще другой текст читаю, а потом только вижу свои ошибки. Эй, когда ты в ванне, ты слышишь какой-то непонятный шепот? У них еще одно исполнительное совещание. Интересно, они по поводу случая с платформой? Знак вопроса забыли поставить. Ну ладно. Да-да-да-да. Да ладно, мы строим будущее Мака. Так я чувствую, что я еще жив и могу перевернуть мир своими руками. Так, туалет. А, у них совещание, слушайте. Шепот, вот нам сказали как раз-таки. Мы теперь залезть, слить. Слить, не, давайте залезем. Не буду ни за кем сливать. Давай. Все, поползли. Давай, Клауд. Вот что нам... Хотел сказать тот парень, то, что когда он в ванной комнате, то есть то в толчке сидит, слышит шепот. Боже, как много костюмов. У нас есть оценка ущерба для сектора 7. Принимая во внимание построенные заводы и все инвестиции, ущерб оценивается приблизительно в 10 биллионов гелей. Охренеть, как много, короче. Расчетная перестройка сектора 7. Мы не отстраиваемся. Что? Оставим сектор 7 как есть. И начнем заново план Нео Мидгара. Потом древние. Земля обетованная скоро будет наша. Я хочу, чтобы вы повысили цены Мака на 15% в каждом районе. Повышение цен, тра-ла-ла. И, пожалуйста, включите в бюджет нашу космическую программу. Риф и Скарлетт поделят дополнительный доход от увеличения тарифа. О боже. Сэр, если вы поднимете ставку, люди перестанут доверять. Все будет в порядке. Несведущие жители не потеряют уверенность. Они будут верить корпорации Шиннера еще больше. Ха-ха-ха!
конце концов, мы спасли Сектор 7 от лавины. Какой грязный. Пи! Опа-па. Ходжу. Как девушка. Как экземпляр, она хуже своей матери. Я все еще в процессе сравнения ее и ее матери и Фалны. Но пока разница составляет 18%. Сколько времени займут исследования? Примерно 120 лет. Наверное, будет невозможно закончить их при нашей жизни или при жизни образца, если смотреть на это таким образом. Мерзкий урод. Вот почему мы думаем о ее размножении. Тогда мы могли бы создать такую, которая могла бы долго выдержать наши исследования. Что по поводу Земли обетованной? Не будет ли она мешать нашим планам? Вот что мне нужно спланировать. Мать сильна, но у нее есть свои слабости. Ну да, что это было. На этом закончим наше совещание. Что-то не там вообще клонирование, размножение. Ой, за что-то воняет. Туалет-то воняет. У вас вентиляция связывает прям с ним. Они говорят о Байрис, верно? Не знаю. Что-то воняет. Они говорят о Байрис? Не знаю. Наверное. Пойдем за ними. Так, ой, не туда. Ну, хорошо, я поняла. Назад. Назад. Буксуем. Отлично, все, уходим. Спрыгиваем, бежим за ними. У нас очень мало времени, надо Айрис спасать. Главное, странно, что на самом деле никто нас не палит. Ходит так, опа-па, Ходжу. Ходжу, да? Это, кстати, такой момент. Момент истины, вот то, что Клауд видит Ходжу. Но мы это узнаем с вами попозже. Точнее, даже не момент истины, а такой неоднозначный момент. Так, мы, по-моему, уже добрались. Очень похоже как раз-таки на лабораторию на какую-то. Тем более Ходжу тут тусует. Я помню его. Этот парень Ходжа, он заправляет научным департаментом Шинра. Клауд, ты его знаешь? На самом деле я вижу его в первый раз, так что вот как он выглядит. Угу. Те, кто играл, те поняли, да, какие мысли меня сейчас одолевают? А, ладно, не будем его спойлерить, не будем, не будем. Что, это мы деремся с автоматом? Блин, теперь я привыкла, что на барде молния стоит. Черт, так, подожди. Подожди. Надо привыкать, что на тихе. Так, не работает, черт. Подожди. Давайте, наверное, надо все-таки не вот эту хрень атаковать, а вот ту. Подожди, только не прячься, ладно? Давай, мы сейчас тебя убьем. Мне первый раз этот монстр попадается, если честно. Я никогда его не видела. Атака? Чисто забавно. Первый раз, правда, вижу такого. Какая-то непонятная вещь. Она умрет? Умрет. Ура. На-на-на. Так, ладно. 15 уровень уже у Клауда. Это неплохо. А, я помню, когда первый раз проходила. Так, я пока помолчу, ладно? А, в общем, ладно, сейчас быстро скажу, потом я умолкну на какое-то время. В общем, когда первый раз проходила, я, по-моему, пошла мочить финального босса на 50 уровне. Так, ну ладно. Все, я молчу. Ну, почти... Нет, еще рано молчать. Ладно, попозже помолчу. Это сегодняшний образец? Да, мы начнем сразу же. Поднимите ее на верхний этаж.
мой любимый экземпляр. Там монстрелла какой-то, да, сидит? Что это, лев? Тифа, не нагибайся слишком сильно. Любимый экземпляр? Его используют для биологических экспериментов? Так, а вот теперь я умолкаю. Женова, Сефирот. Так, они принесли его сюда. Клауд, крепись. Ты это видела? А, видел. Видел что? Оно шевелится. Это живое существо? Где, о, мать, голова? Все это глупости. Пошли дальше. Посмотреть, да? В общем, это был странный момент, но я рекомендую вам его запомнить на всю жизнь, желательно. Так, ну что мы имеем, в общем-то, что мы можем сделать? Так, надо потише сделать. Это я чисто для себя в этом прекрасном моменте сделала погромче, теперь глохну малость. Так, посмотрим экземпляр, о котором меня спрашивал Ходжо. Понятно? Так, а что там такое светится? Лампочка? Непонятно. Лампочка, в которой, кстати, по-моему, энергия мака. Или это экран? Нет, это экран. Так. Ходжу. Вон он тусует. Ладно, плевать на них. Пойдемте туда за ним. Ты ж... Хитрюга. А! Боже, нельзя так пугать. Кто на этот раз? Опять эти роботы. Ну, ладно. Так. Блин, теперь я... Думаю, что у Барретта молния, черт возьми. Хоть обратно переставляй, ей-богу. Ладно, Барретт у нас не маг, у него в основном только атака, пускай будет. Потому что как-то... Слабо, ребят, слабо. Всего лишь 38, когда мы вам по 200 наносим. Слабаки. Тряпки. Ну, отлично. Смотрите, мы отлично справляемся. Все-таки прокачка делает свое. Подняли всего 2 уровня, но это уже хорошо так сказывается на нашей игре. Так, почему я не могу сюда пройти? Почему здесь закрыто? Сюда куда? Может, сюда куда-нибудь сбегаем? О! А, да, нам же туда надо было. Ах! Ах-ах-ах! Ну ладно. Ну хорошо. А, в общем, надо тебе как-нибудь, я не знаю. Давай огнем тебя. Барретт, прорыв. Может, подлечим кого-нибудь? А, черт, рановато, конечно. Ну ладно. Никогда не рано лечиться в здании Шинра. Потому что, черт его знает, может, за следующим поворотом нас ждет босс. Такое тоже бывает. Сон, ой, сон, это не очень хорошо. Не люблю сон. Все, Барретт у нас спит. Надо ему дать кулаком по голове. Слышь? Такой тихо. Не будем Барретта пробуждать, потому что мы его быстрее завалим, честно говоря. Пускай Барретт отдыхает. Опять сон? Ну, тут зараза какая. Ну ладно, мимо все равно. Тем более, если тюкнуть кого-нибудь по голове, неважно кем, нашими... Молния 2 у тебя уже есть? Уф! Ах ты гад! Смотрите-ка, они уже молнию на 2 уровень прокачали, а мы еще с 1 сидим. Это не очень хорошо, надо материю прокачивать. Сорняк. Астрогал.
Господи. Подождите. Надо туда. Вот прям вот туда. А, в общем-то, смотрите, нам дают... Что нам дают? Материя, яд, прекрасно. Берем. Кому... Блин, яд... Ой, яд, господи, ярость. Ах, хорошо, что у нас есть еще один транквилизатор. В общем-то, нам дают и сохраниться, и еще материю нам, кстати, дали. Кому бы ее? Молния восстановить колпак. Клауду? Или обойдется? Давайте, раздают, значит, видимо, надо. Давайте здесь сохранимся. Тири-ти-тири-ти-ри-ти. И дальше нас ждет, видимо, что-то не очень хорошее, потому что раздают сохранение. Это не к добру. К тому же мы должны будем подняться наверх, а туда ушел Ходжи. И Айрис, по-моему, где-то там. Так, ладно. Будем надеяться, что все будет хорошо. На 67 этаже. Господи, кошмар. А здание Шиндера снаружи не выглядит прям таким, да? Ну, надо было, наверное, подлечиться, кстати, пока мы не вышли. Ой, господи, что я творю? Раз, два, три. Да, вот теперь все хорошо. С магией не так страшно все. Вон Ходжи, вон Айрис, кстати. Айрис! Айрис? О, это ее имя? Что вы хотите? Мы забираем Айрис. Черт, я, по-моему, охрипла. Посторонние. Надо было заметить это раньше. Ты. В этом мире так много пустяковых вещей. Вы собираетесь убить меня? Я не думаю, что это нужно сделать. Оборудование здесь очень тонкое. Без меня кто будет им управлять? Вот так. Я советую вам хорошенько подумать, прежде чем делать поспешные шаги. А теперь приведите мне образец. Что-то они там собираются делать. Опа-па. Не очень хорошо, да? Айрис! Клауд, помоги! Что это ты делаешь? Протягиваю руку помощи вымирающим видам животных. Любой из них на краю вымирания. Если я не помогу, все эти животные исчезнут. Животные, это ужасно. Айрис человек. Ты ответишь за это. Барретт, ты ничего не сможешь сделать. Ладно, отойдите. Стоп! Вы наверняка же непробиваемые. Пули непробиваемые. Что вы делаете? О, мои любимые экземпляры. Вот наш шанс забрать Айрис. Ну? Спасибо, Клауд. Клауд, что-то не так? Лифт движется. Это не обычный экземпляр, это очень жестокий образец. Он весьма силен. Я помогу вам выбраться. Он разговаривает? Договоримся, сколько влезет потом, мисс. Мы разберемся с этим монстром. Кто-нибудь уведите Айрис в безопасное место. Тифа, я на тебя рассчитываю, Барретт, позаботься о ней. В общем, можно отправить Сайрис Тифу, а можно отправить Барта. И, честно говоря, я не знаю. Может быть, Тифу отправим, потому что, как бы, Тифа, я на тебя рассчитываю. Давай, Тифа. Тифа, я на тебя рассчитываю. Как вас зовут? Ходжи называл меня Ред 13. Это имя ничего не значит для меня. Зовите меня, как хотите. Я думаю, оставить Ред 13... можно, чтобы не спойлерить. Потому что, ну, давайте оставим Редом 13, потому что если я назову его как-то по-другому, это будет, в общем-то, будет
Да хотя кого я обманываю, давайте назовем как надо. Ред 13. Я первый раз меняю, честно говоря, имя полностью, поэтому... Так, да это ж бог, что я правильно его помню. Потому что, честно говоря, я очень давно с этим именем ничего общего не имела. По-моему, все-таки Нанаки. Да? Нанаки же? Черт, я нервничаю, я правда плохо очень помню. Черт, мега спойлер, конечно. Ну, не такой, кстати, на самом деле, спойлер. Люди, помогите мне выбрать, я не знаю, правда, не знаю. Если кто-то не понял, это та самая, типа того собачка, которая встречалась в Advent Children. Тот самый лев с огненным хвостом. Говорящий. Нанаки. По-моему, все-таки Нанаки, господи. Это же бог памяти. Пусть я кажусь права, потому что я правда очень плохо помню все это. Это давно было. Нанаки, все выбрать. Давай. Давай, босс. А, я не помню, как его мочить. Парам-пам-пам. По-моему, нужно все-таки плюнуть на вот этих вот, которые вот там вот внизу мелкие. Черт, мы отравлены. А, магия. Огонь. Давай. Давай на всех Нанаки огнем. Так, надо... Первоскрешение. Антидот. Давай на Клауду антидот. Пам-пам-пам. Био. Вот. Материя... Вот почему, кстати, нам дали материю яда. Она дает заклинание био. Она так мало того, что атакует, так еще ядом заражает. И против органических врагов это в самый раз. Вот как раз-таки против таких, как вот эта тварь. Нет, я ошиблась. Эта тварь, наоборот, питается ядом, поэтому нельзя. Пам-пам-пам. А что ж тогда делать-то? Ой, зря я это сделала. Надо было на него... Я знаю, четко знаю, что надо плюнуть вот на вот этих мелких, и надо валить вот того, который главный. Он их просто потом будет создавать по новой. Ладно, по идее, на того, кто питается ядом, да, ядовитыми всеми вот этими магиями. Это что было, я не поняла. Он... Ах ты гад, он положил этот... Нет, показалось. Мне показалось, отражение наложено на себя. Так, мимо... Лучше здесь, на самом деле, не лечиться от яда, потому что он постоянно нас будет заражать. И это бесполезно. Огнем, значит, его надо. Раз он биологическая тварь. Так, Нанаки, огонь. Так, вот, отлично. Давай. Надо Барата подлечить. Ну-ка. Раз, два, три. Чуваш. 197. В принципе, это босс несложный, но вот этих мелких действительно не нужно трогать. Они, конечно, урон нам наносят, но тратить на них время бессмысленно. Ну, кстати, у Нанаки скоро будет лимит. Очень скоро. Так, чё я стою тут, думаю, вечно? Может, молнией шандарахнуть? А? Давай. Так, бэт, огонь, био. Нет, био, все, мы поняли, бесполезно. Сколько у тебя, кстати? Посмотрим, сколько у него жизни осталось. Может быть, нам покажут. Огонь, кстати, на него все-таки хорошо действует, действительно. Уровень 19. А, ну все, он сейчас сдохнет. Скоро, в общем. Парам-пам-пам. Че я творю? Че я творю, а? Давай, мощный клык. Да, в общем, я же сказала, что он сейчас умрет. А, черт, не посмотрели мы с вами лимит. Ну ладно, не важно. Талисман, отлично. О, материя. Арис, ты цела? Она выглядит нормально в любом случае. У меня тоже есть право выбора. Мне не нравятся двуногие штуки. Что ты? Серьезный вопрос, но ответить сложно. Я то, что ты видишь. У вас должно быть куча вопросов, но сначала давайте смотаемся отсюда, я покажу дорогу. Клауд, так ты пришел за мной? Прошу прощения за то, что случилось. Мне пришлось отделаться... Отделаться? Да, отделаться от охранника Ходжи.
Мы спасли Айрис. В этом здании нам нечего делать. Давайте сматываться отсюда. Если мы впятером пойдем вместе, нас заметят. Давайте разделимся на две группы. Так, нажмите кнопку меню, чтобы выйти в меню. Нажимаю кнопку меню. А, кого мы возьмем с собой? Здесь, кстати, очень важно сейчас распределить нормальную команду. Потому что и с материей разобраться, проверить, у кого что есть. Потому что, когда команда разделится, если мы сейчас оставим у кого-то материю случайно, не перераспределим, не оставим другой команде, да, какую-то материю, у нас, грубо говоря, вторая команда останется без магии, а это не очень хорошо. Поэтому мы этим займемся, ну, точнее, я этим займусь за кадром, скорее всего. А начнем следующую серию непосредственно уже с этого меню, когда уже будет все распределено, чтобы просто вам не смотреть на это все. А как бы там ни было, я надеюсь, эта серия вам понравилась. Мы спасли Айрис, получили нового, прекрасного, замечательного, я бы даже сказала, члена нашей команды. Это Нанаки. Или Ред 13, кому как удобнее. В общем, почему, кстати, Ред 13, мы об этом тоже с вами попозже поговорим. И, в общем-то, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.